Галия Харасова в свои 82 года практически освоила новую профессию. Вязать маскировочные сети научилась за неделю. Во время работы пенсионерка вспоминает Великую Отечественную войну. Тогда она была совсем ребенком и ничем не могла помочь советской армии. Сейчас не жалеет ни сил, ни времени для участников специальной военной операции. Я привычная к работе. Я давно смотрела, искала, чтобы это сделать что-то для наших ребят. Скорее бы закончилось, чтобы мирное небо было чистое, дружелюбное, внимательные друг к другу. В Самаре при поддержке главы Самары Елены Лапушкиной администрации Кировского района волонтеры сообщества «ЗОВ своих не бросаем» открыли дополнительное помещение по изготовлению маскировочных сетей для бойцов, находящихся на специальной военной операции. В новом цехе на улице Пугачевской, 19, ежедневно плетут маскировочные сети порядка 20 волонтеров. Одни приходят на час, иные на весь день. На двух спецстолах за неделю можно сплести 5 сетей разных размеров. Летом у военных на эту продукцию особый спрос. Волонтеры 2-3 раза в месяц отправляют в зону СВО гуманитарный конвой. И мы приезжаем, когда туда к ребятам, спрашиваем, какая потребность. Мы же находимся непосредственно там у них. Только вчера приехали оттуда. Отвозим сами лично, с супругом сами лично. У нас 10% мы когда передаем жены мобилизованные, когда они посылки отправляют. Трудятся, не покладая рук, волонтеры разного возраста. Работаем по скользящему графику, потому что есть и работающее население, есть и пенсионеры. Здесь принимают участие у нас и ветераны общественных организаций первичных. Вот. Это и молодые мамы, жены мобилизованных ребят. Кроме маскировочных сетей, волонтеры сообщества освоили производство окопных свечей, печек-буржуек, сухого душа и концентрированных супов. Также в центре на улице Пугачевской принимают гуманитарную помощь. Скоро здесь заработает пошивочный цех по изготовлению необходимых вещей для нужд бойцов спецоперации. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.